Мы находимся на самой вершине пирамиды. Здесь собрались люди. И вот есть такой металлический стержень, который они считают как бы символом энергии. На самом деле считается то, что здесь стояла табличка. Со временем она сломалась. Вот. И остался такой маленький наконечник. Ну, и пальцами люди его вытерли до такого состояния. Ну, а согласно преданиям, вершина пирамиды соединена энергией Солнца. Вот все вокруг собравшиеся люди пытаются ее получить, по всей видимости. Спасибо.